Такое массовое катание на коньках в этом центре спортивной подготовки Югспорта – дело обычное. А вот в минувшую субботу здесь прошла настоящая дискотека на коньках. Большой ледовый праздник сотрудники Центра спортивной подготовки «Югспорт» устроили совместно с «Радио Энерджи Сочи». Удовольствие от катания посетители получили под самые популярные хиты сезона, которые для них подобрали законодатели музыкальной моды. Кстати, весело было как детям, так и взрослым. Настроение поднимали конкурсы с интересными призами. Больше всего мне понравилось кататься и с друзьями веселиться на коньках. Мы ходили и на хоккей, сейчас пришли все вместе дружно покататься на коньках. Некоторые из нас вообще приехали из стран, где снега нет, и они первый раз сегодня на коньках. И, конечно же, это куча эмоций, впечатлений отличных, позитивных. Вот. И мне все это очень нравится. Сегодняшнее мероприятие такое заряжено, прям энергетикой отличной. На каток хожу постоянно. Стараюсь не пропускать каждый сеанс вечерний. И хоккейная команда здесь выступает, и взрослые, и юрские, и детские. То есть событий много на этом катке. И да, прихожу, помимо того, что кататься, еще и болеть. Это здоровье, это энергия, это атмосфера, что немаловажно. Здесь присутствующая и это спорт, это жизнь. Это лучше, чем курить. К олимпийским видам спорта приобщается все больше горожан, поэтому работает каток тренировочной арены круглогодично, причем как для спортсменов, так и для любителей.